Вот. Штраф, ламу, где я куплю маски, скажи, за 700 тенге? Где возьму я? Вот вы на меня наезжаете, домой хотите загнать. Вот у вас маска 700 тенге стоит, да? А где я куплю эти маски 700 тенге? Мне что, детей кормить? Или маски покупать? Вот скажите. Вот он стоит, мне угрожает вот этот человек с той стороны, молодой человек, да? Вот видите? Вот маска, сколько тенге? Повторите, пожалуйста, еще раз. А? Девушка? Сколько тенге? 700. Вот 700 тенге, видите? Вот. У нас врачи тоже против нас в Казахстане работают. На нашей контели навариваются они все. Где единство государства? Где мы? Где помощь наша государственная? Если маски 700 тенге стоят, а милиция меня домой загоняет. Вот так и потихоньку начинается.